нас развязка в районе Южно-Портовой. Мы когда поворачиваем, ребят, держимся крайней левой полосы здесь. Не надо нам вправо прям там уходить. Вот мы раз. Выезжаем, смотрим правое зеркало для подстраховки. Никто нам не мешает. Хотя у нас своя полоса вот выделенная. Видите, сверху движение по полосе. Теперь нам нужно ехать в сторону северную. Включили поворотник, смотрим правое зеркало. Никого. Раз в полосу выскочили. Опять смотрим. Опять никого. Опять раз ускорение, выскочили. Автобус сейчас уходит направо на остановку. Все. Ну вот так выезжаем. Смотрите, у нас главное, у ребят справа, видите, знак «Уступи дорогу», и движение только прямо. Соответственно, они вот, смотрите, вся грядка остановилась, они нас пропускают. Мы можем прям в наглую уехать, но, соответственно, мы этого делать не будем, потому что все мы люди, и всем нужно ехать. Вот. Но, тем не менее, вот посмотрите в зеркало, они все останавливаются, меня пропускают, все. И выключил поворот. Все, в принципе,